Пойдем. Доброе утро, друзья. Такое вот прекрасное морозное сегодня утро. Балалайка показывает минус 3. Сегодня 9 сечня 2021 року. Мы с Юшей продолжаем гулять, изучать местность, искать дичь. Сегодня мы направляемся на автодром. Заброшенный автодром полигона. Там куча акации, куча всякой ежевики, старые заброшенные огороды, рядом озера. Ну, в общем, там тоже очень много птиц в теплую, хорошую погоду крутится. Напоминаю, что прошел сезон охоты. Фазана немножечко проредили, но сегодня по суше, сегодня морозец. Поэтому я думаю, что у нас с Юной сегодня что-то получится, удастся заснять. Оно всегда получается. Каждая прогулка — это опыт, это элемент натаски. Поэтому нам удачи, всем доброе утро. Ну что, приступаем. Друзья, подошли мы с Юной. Напоминаю, что это Ехтриер Юна, девочка. Нам без пару дней 9 месяцев. Мы гуляем. Здесь мы с ней впервые. Вот мы подошли к нашему здоровенному полигону. Вот там в той стороне стрельбище. Прямо у нас озера, так называемая водная перешкода. И вот это вот, друзья, старый, заросший, заброшенный, разваленный автодром. Это осинник. Ну, в смысле, уже заросло осины. Акация, ежевика и прочие там всякие растения. Мы сейчас поднимемся вдоль автодрома туда наверх, где был раньше когда-то так называемое сооружение, пункт управления. И затем в левую сторону по каким-то оставшимся, сохранившимся тропиночкам, проходикам попробуем спуститься к Нижнему озеру. Затем пройдем вокруг Нижнего озера, посмотрим на Среднее озеро. Затем обойдем Верхнее озеро и вернемся опять вот сюда, вот на этот перекресток. На этом наша прогулка будет закончена. Мы должны познакомиться с участком. Ну и на пути, что у нас будет попадаться, будем распутывать, будем смотреть. Очень большие такие вот, видите, заросли. Очень крепкие. Здесь и коза. Здесь и кабан, ну, фазан, куропатка, заяц, лиса. Все нормальные чуваки. Короче, нам удачи, всем доброе утро. Мы приступаем к поиску дичи. Такой немножечко морозец пощипывает. Пощипывает бороду. Акация такая капитальная. Колючки, смотрите, какие. И так вот полностью стена. Так вот полностью стена. Ну, для дичи такой хороший райончик прятаться. Хороший райончик там ночевать. Или просто жить. Так, что-то Юну заинтересовало здесь. Может, ночью что-то проходило. Вот, пожалуйста, здесь такой типа выход. Проходик туда, в большой лес. Поскакала.
Вот такие вот повстречались нам дружбаны. Лайка. Еще какая-то собака. Оторванный цепок на ней болтается. Юна, нам сюда. Молодец. Иди сюда, пойдем. Вот мы поднялись. Условленное место. Ну, картина печальная, как и везде. Просто все превратилось в сметтезвалище. Вот такая вот лайка-балалайка пришла. Привет. Ну, смотрите, здоровается, идет. Да? Вот такая хорошая. Пойдешь с нами гулять? Ты чья? И вон такой вот пес какой-то. Ошейник, кусочек цепи. Все как всегда. Оторвался, потерялся. Пошли, нам сюда. Юша! Молодец, хорошая девчуля, послушная девочка. Морозец. Трещит. Хорошо. Когда-то здесь кипело, бурлило, крутило, вертело, гоняло. Теперь вот такая вот такая картина. Погнали собаки. Немножко нам мешают. Мы попробуем пойти в другую сторонку. Ну, вы прекрасно понимаете, что бродячие собаки. Вот так вот мы сели. Вот так вот. Молодец. Давай, давай, давай. По традиции надо снимать шапку, когда собака такое вот делает. Не знаю почему, но всегда придерживаюсь. Если кто знает такую традицию, напишите в комментариях. Буду признателен. Так, собаки, ну-ка давайте по своему плану. Все. Давайте вперед по своему плану. Юна, нам сюда. Наверное, это бесполезно. Вот так, молодец, молодец. Отгоняй домой, отгоняй. Как всегда. То рубашка короткая, то еще что-нибудь. Наконец-то нам удалось отбиться от этих собачек. А то они нам немножко мешают, и мы продолжаем наши поиски дичи. Вот, 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 вот что-то нас интересует уже. Так, так, так. Очень, очень, очень. Ничего себе, как нас завертело. Друзья. Очень резко собака поменяла настроение. Вы сами видите. Посмотрите, что происходит. Будем лезть за собакой туда, куда она ведет. Таким образом, чтобы она не отпустила след. Посмотрите, что творится. Гляньте. Но что-то свежайшее. Что-то очень свежее. Наверное, когда мы заходили, что-то спугнули. А, вон заяц поскакал. Юна! Вон он, Юна, иди сюда. Одна только задница. Вам на камере не видно?
Я просто услышал, повернулся. Иди сюда быстро, ну-ка ищи. Зацепляй, Фредик. Молодец, молодец, молодец. Да-да-да-да-да-да-да, вот там, вот там, вот там. Ну-ка, 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 ну-ка. Вперед, вперед! Молодец. Есть, есть, зацепила след. Все. Погнала. Погнала куда-то. Интересно, подаст голос или нет? Пошла по следу. Выйдем на более чистую поляночку и подождем. Погнала. Это первое ее знакомство. Она еще зайчика не преследовала. Зайчика она еще не преследовала. И будем обозначать себя, чтобы она не потерялась. Чтобы собачка ориентировалась. Подаем. Вот такие вороны красавцы. Гляньте. Здоровенные. Поприветствовали нас. Молодец. Молодец. Вот она хорошая. Молодец. Ну, рассказывай, рассказывай. Ой, 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 включили пятую передачу. Молодец, молодец. Умничка. Ну все, гляньте, гляньте, гляньте на поведение. Здесь, видимо, ночевал зайчик. Новые запахи. Посмотрите, что с ней делается. Гляньте. Погнал, погнал. Ну что, друзья, продолжаем. Становится интересней. Там, где зайчик, там и все остальное. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, молодец, молодец. Ну, это будет долго. Сейчас она крутится. Поэтому... Хорошая такая локация. Постоянно зачетная. Как всегда, дары висят. Пробираемся. Собака там дальше распутывает какой-то след. Не знаю, я, друзья, получаю огромнейший кайф и опыт. Собака показывает, на что она способна, как она реагирует. Заходили мы. Она так просто. Там что-то понюхает, там что-то понюхает. И когда уже конкретно был взят след, собака поменялась. Гоняет он как этот. Тут все пахнет. Места шикарные. Здесь он какашки. Фазанчик ночует. Да, давай еще. Молодец. Мы продолжаем пробираться через такую вот хащу лесную. Акация. Ежевика.
и прочая трава-мурава. Пробираемся мы к нижнему озеру. Один из элементов водной преграды. Ну, конечно, все заброшено, но зато рыбы там куча всякой. Очень манит сюда местных рыбаков эти озера. Ну, по крайней мере, что я встречал, это карась, карп, белый амур, толстолоб, щука, окунь, сомики. Небольшие вот эти, вот как они там называются. Канадские, мохнатские. Собаку, короче, вертит по всему лесу. Капец. Ну, здесь когда-то очень много фазана. У меня еще собаки не было. И гулял я, так, ну, своей собаки гулял с дворняжкой. Ну, и дворняжку птица воспринимает как просто, ну, не опасность, а такое, что непонятно что. И он взлетает, бах, так на веточку садится, сидит. Вниз смотрит. Типа, кто здесь? Поэтому очень много здесь его. Может быть, и сейчас есть, но просто что он убегает. Собачка молоденькая, еще пытается распутывать следики. Вон там что-то прыгает, бегает. Юша, пошли. Молодец. Молодец, молодец. Вот так. Так, полезли туда. Таран. Оп. А внизу, вон там вот, светлеет метров через 150-200, уже нижнее озеро. А мы, наверное, пойдем по дороге в эту сторону. Старая дорога. Когда-то по этой дороге мы еще на открытие сезона, не помню какого, лет 10, а больше, наверное, назад сюда машинами заезжали, завозили мебель, посуду, палатки, столы, лавки. Ну, сами знаете, что такое открытие сезона. Это праздник. Это праздник, которого ждешь больше, чем Нового года, больше, чем дня рождения. Этим надо болеть. И кто этим болеет, тот меня понимает. Дай бог доживем. Ой, заснимем, как мы проводим этот праздник. Где? Со всеми почестями. Вот так вот мы бегаем. Так, ну, все интересно. Отличное место. Отличное. Очень много запаха. А смотрите, какая красота. Такая рука. Стоять. Да? Юный свой график. Мы проходим под такой аркой.
Какие-то следики. Следики спущенные. Такое, как будто кабан шел. Вон собаку интересует. Листочки приподнятые. Кабанчик себе гулял. Ни на кого. Ух, красотища. Ни на кого не звертал увагу. Он такой, как этот, по аэродрому, по аэродрому. Частенько здесь гуляет кабан. Там за озерами, дальше стрельбище. За стрельбищем большущий лес здоровенный. И вот он, короче, туда-сюда. Правее свалка городская. Запахи и все остальное его сюда тянет, кабанчика. Не один раз его здесь наблюдали. А мы приближаемся, друзья, к озеру. Через 100 метров водоем. Итак, мы подошли к озеру. Тут, как всегда, друзья, болото. О, рыбаки. Рыбаки. Ни одни мы не спим. Хлопцы. Ловлять рыбку. Добрый ранок. Ну шо, хлопці, є щось? Знімають для каналу Закарпатський легінь, скажи щось? Ні, нема нічого. Нічого, да? От у мужика з лодки тільки що взяла одна. Щучка, так? Ну, кілограмова. Ну, отлично. А, бачу, перекладає там от на лодочці, якщо видно. Вон там от рибак. А ви теж? Ми на прогулянку. У нас вон апарат. Юна. Рыбак, да? Да, універсальний. Ну, не буду нічого казати, хлопці. Все, пока-пока. А? Так, так, так. Юна. Пішли. Пішли. Вот так вот. Друзяки. Там справа у нас хащи. Тут такие вот дамба. Вон. А мы пойдем в обход озера в поисках приключений. Большое, друзья, озеро. Вода очень сильно поднялась. Гляньте. Практически перелив. Практически перелив. Еще немного, и вода пойдет через верх. Та-да, я как раз дивлюся, чтобы не промыло. 30-40. Поднялася вже. Нічого, не біда. Колись ми заривали, ходили тут, мішків набивали, тут же ж прорили хтось спеціально. Ну, так... І повністю все озеро. Природа, звісно. Сошло. Та ми
приходили, закапували. Ну, тут давно, років 10, наверное, назад було. Ну, тримається ще, слава Богу. Щоб ніхто не прийшов, тут же ж скільки, лопату прокопає і кінець фільму. Ми теж маємо озеро, де теж. 2 роки тому запустились ми в озеро, блядь, воду. Вроди не прийшли, не розкопали, блядь, підраз. Добре, що пацан прибіг, там малий, та каже, блядь, дядя Вова, каже, блядь, там якісь ідіоти розкопали. Розкопали ко? Сітки, путанки, яка хуйня. Ура. Ну так, так, так. Нормальний рибак, блядь. Не зробить хуйню. Це точно. Так, ми там, мабуть, не пройдемо, так? Там є. Це десь тут треба. Гарантія пішли. Гарантія фізобетонова. Я тут лопці бачу. І там теж така, бля, моква, що пізде. Ну все, гарного дня. Давай, Діно, пробираємося. От такі от міста красиві. Утопишся, домой не приходи. Давай. Потому что я уже падаю. Пытаемся мы с ней пролезть по таким вот бревнам, которые крутятся, вертятся. Капец, друзьяки. Капец. Юна пошла. Плавь. Я пытаюсь пролезть по бревнам, которые крутятся, вертятся над головой. Крутится. Опа! Давай. Мала. Ну чего ты? Давай, давай. Никто не говорил, что будет легко. Молодец. Вот, вот, вот. А теперь нам в ту сторону. Видите, по дамбе пройтись нам не удалось. Очень сильно поднялась вода. Дорожки позамывало. Это нас не останавливает. Мы продолжаем. Что тут? Тут капец. Все заросшее. Там, если получится перейти назад на дамбу, покажу, плавают лебеди. Клевые такие. Большущие. Юша, не лезь. Холодная вода. Ну, что? Красота. Прекрасное утро. Так, вот нас теперь туда тянем. Ну, здесь такие вот эти вот хащи. Тут черт ногу сломит. Тут, если задаться целью, то можно слона найти, не только фазана. Непролазные джунгли. Ну что, что-то бегает. Что-то набродило ночками, да? Вот так, вот так, вот так. Такой дремучий лес. Рядышком еще остатки дороги. Вот нас туда уже тянет. Что-то мы нюхаем. Вот так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Молодец, молодец, девочка хорошая. Молодец. Вот не отпускает ее тут переходик. Видать, утречком что-то перелезло. Из леса к озеру. Или наоборот. Что-то ее тут заинтересовала так, что она аж полезла в колючки.
в этих непроходимых джунглях может быть все что угодно, друзья. Все что угодно. Дальше сооружение воинской части. Хотел вам показать озеро с другой стороны. Уже, наверное, с дамбы покажу, бо туда не пролезем. Там везде все затоплено. К дамбе не подлезть. Мы пройдем сейчас рядышком. Тут у нас вам, пожалуйста, сразу раз. Побежала в ту сторонку. Петушки гуляют. Они любят вокруг этого сооружения поболтаться. Потому что там интересно. Там кормят. Да? Пойдем сюда. Здесь вот такие хащи. Сейчас выйдем на дамбу, покажем озеро с другой стороны. Вот, друзья, мы на дамбе между нижним. Мы вот там, аж там заходили. Это вот среднее озеро предназначено было для преодоления водной преграды танками, а верхнее БМП. Ну, нижнее, не знаю, наверное, так, чисто поржать. Либо поплавать. А, вон, лебеди уже погнали на другую сторону. Сейчас попробую приблизить. Вон они. Плавают. Если льда не будет, то и останутся на зиму. А вон с камыша качечка выходит, лысочка, если видно. Вот она. Вот она выходит. Вот так вот. Специально по заказу исполнила нам перелет. Такая вот красота. Ну, я-то здесь давно, я здесь все знаю. А Юна первый раз. Здесь стоит монах. Переливается. Нет, здесь, наверное, не переливается. Скорее всего, с той стороны этот заглушен. Там с той стороны перелив. Пойдем. Нам в другую сторону. Молодец. Молодец. Пошли. Сейчас мы обойдем эти озера. Болото неимоверное, конечно, но там заросли, капец. Там дичи миллион всякой. Обойдем озеро с правой стороны. Аж туда-туда в конец. И потом по той стороне выйдем опять вот на вот этот вот, на бетонку, туда, на тот перекресток, где мы начинали. Погнали. Молодцы, ребята. Поставили шлагбаум, немножечко обмежил и рух. Не из-за того, что там дорогу разбивает, а из-за того, что приезжают такие олени, которые за собой убрать ничего не могут. Свиньи. Просто люди свиньи. И сколько не говоришь, сколько не рассказываешь. До одного места. Приехала. Пожрала. Еще там всякого понаделывала.
и уехала. Машинами пруд. Но там он сейчас еще... Мы это все покажем. Несмотря на то, что организовывается постоянно уборка охотничьим коллективом. Ну и рыбакам тоже. Ну, кстати, рыбаков полная дамба. Щука прет. Погода щучья. Холодно. Лед еще не успел стать. Вода поднялась, щука вышла. Вон, видите, со всего полигона вот такими ручейками в озеро стекается. Это озеро тоже очень насыщено рыбой. И самозарыблением, и плюс то, что ребята из коллектива молодцы. Честь и хвала. Вот так вот. Бачите? Прохання не святити. Бережіть природу, любіть свій рідний край. Ну так і що, якщо воно приїжджає, воно читати не вміє. То як йому добити в ту голову? Що? Смотрите, красота яка. Почти штиль. Такая маленькая-маленькая-маленькая рябь. А там в конце камыш. Вон там аж в самом-самом конце. Вон там вот. И там осенью. Когда перелетка, то можно довести ружье до красных стволов. Но надо знать места, время. Не всегда это бывает, но бывает, друзья. Вот, пожалуйста, оборудованы такие вот прекрасные. Посмотрите, какая беседка. Да, болото. Ну, что сделаешь? Природа. У природы нет плохой погоды. Все. Есть все условия для активного отдыха. Но, пожалуйста, оставляйте за собой. Видите, что делается? Так это хорошо, ребята организовываются и хотя бы это все собирают, приезжают потом спецтехника и вывозят. А остальное же чудо. Им похрену. Набросал, набросал, насрал. А за мной хоть там. Что угодно. Так, Юн, пошли, наверное, не вдоль озера, а немножечко туда вглубь пройдемся. Мы же все-таки дичь ищем, а не рыбу. Давай. Так, мы вышли, друзья, на верхнюю дорогу, вон внизу озера. Тут тоже, конечно, болото. Хотя показывает балалайка... Минус 2, минус 1. Но еще не успел. Видать, мороз вот только-только спустился. Так, поверхностно где-то подморожено. Ну, здесь смотрите, лес. Опять же, все в акации и в ежевике. Все в акации и в ежевике. Кабан, коза, заяц, лиса. Фазан, ну куропатка, конечно, тут не держится, надо ближе к полям. Посмотрим, что нам здесь сегодня удастся обнаружить. Болото такое, капец. Надо не допустить до того, чтобы передний мост включать. А то резина-то летняя.
Вот так вот. И, пожалуйста, бобры с бензопилами заготовили себе каких-то деревцов. Ну, кстати, кто-то мне говорил, что появились реально настоящие бобры здесь, на этих озерах. Показывали фотку, где, ну, вот, срезанные зубами деревья. Это радует. Это радует. Там, где бобер, там всегда хорошо. Ну, не всегда. Некоторые жалуются. А здесь ему будет раздолье. Здесь он никому вреда не принесет. Озера большущие. Ручьев куча. Заросли непролазные. Хай себе развивается. Да, Юшка? Какие-то есть следы. Но немножечко плохо видно. Наверное, какая-то непонятно. Пока, друзья, непонятно. Собаки, люди. Идите колотить. И вам спасибо. Вернее, будьте здоровы. Идем как по какому-то страшному сказочному лесу. Что сейчас какое-то чудо-юдо нас. Есть. Так. Видно, захотела пойти налево. Вот там ей что-то интересует. Вот так вот. Хащи такие, капец. Тут в туманчик можно такие фильмы жахи снимать, что уписаешься. Такая локация прикольная. О, Юнчель прискакал. Ну что ты там видела? Скажи, то что и ты. Лис. Лис, дремучий лис. Сейчас там в самом углу озера будут такие заросли. Там фазанчик частенько бывал. Он и здесь есть. Ну, это надо лезть вон туда, вот ближе к большому лесу, куда-то искать его. Сейчас непонятно, где бродит. Это в сухую такую теплую погоду. Ну, когда октябрь там, сентябрь, он тут бродит. А сейчас прячется лес, просматривается. Соответственно, и он прячется. Да и тут особо-то ему клевать. Вовочка, расскажи что-нибудь про птичек. Врачи, ой, врачи, грачи улетели на юг. Ха, Вовочка, а почему улетели? А, клевать им нехер, Марья Ивановна, вот и улетели. Вот, пожалуйста, друзья, свежий след кабанчика, свежайший. Смотрите, и не один. Пара кабанов. Еще не затоптаны. Может быть, даже и мы подшумели. Там-тара-тара-тара-тара. Ну, пятачок гуляет.
Пятачок гуляет. Все, он повернул влево. И она потянула влево. Полезла куда-то туда, друзья. Ну, слава богу, в этих районах Винни-Пуха нет. А пятачок пока ходит. Вот если Винни-Пух будет тут бродить, то тогда уже будет стрёмненько. Вот так, вот так, вот так, вот так. Погнала, погнала. Что там? Что-то новое? Так, развилочка. Направо пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь. Что-то там еще. Ну и каждый мужчина имеет право налево. Нам налево. Где-то там гоняет, шуршит в траве. Эй, я здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. Молодец, молодец. Вот так, хорошая собака. Хорошая. Скачет, скачет, скачет по поляночке. И здесь кто-то пробежался. Нет, это Юма. Капец, какие хащи. Пошла вправо. Потянула ее резко. Все возможно. Тут вообще у нас такая, такие заросли. Крутит, сильно крутит. Сильно крутит там она. Что с этого, друзья, получится, не знаю. Но что-то ее туда затянуло. О, кто-то запчасть потерял. Поскакал. Без предмета. Ну, уже аж там впереди крутит. Такие хащи, капец. Тут, блин, 10 собак надо, что какого-то охламона выгнать отсюда. Ну пусть учится. Хорошо, не боится, лезет. Интерес проявляет. Еще более открытое местечко выше. Постоим. Еще дальше угнал. Кого-то преследует, значит. Фазан не будет взлетать. Местность более-менее для него открытая. Ну, в смысле, проходная. Он будет бежать до последнего. Это ж спринтер такой, чтобы мама не горюй. Дай дорогу. И уже в крайней ситуации он только будет вставать на крыло. Вот так вот. А мы приехали. Пип-пип-переберебим. А Юна там спереди уже за этим.
болотом. Ну что ж, будем лезть, пробовать сюда. Ну, все против нас. Если мы тут прошли, то тут, друзья, полный капец. Стена ежевики. И Юна там где-то в ней крутится. Вот именно там где-то и крутится. Мы попробуем сюда пролезть. По краешку. По краешку, по краешку. Та-та-ра-та-ра-та-та. Так. Вот так. Пролазим, короче, капец, друзья. Вообще в таких. О, пришел. Пришел. Юн, давай. Пролазим с тобой. Друзья, выключаю камеру, потому что, ну, капец, надо метров 10 пролезть. Потом встретимся. Вот так вот мы преодолели водную преграду бочком. Вон, видите, какой пролом сделали. И теперь направляемся дальше. О! Все в ежевике перепутано. Это хорошо, что хоть я какие-то резинки на ноги одел. Но пока еще, друзья, сухие. Пока сухие. Выбираемся. О, супер, есть. Рога. Так, нам бы куда-то туда. Но, судя по тому, что на дороге такое болото, там было старое болото, когда-то было сухое, то сейчас оно, наверное, по нижнюю губу. Поэтому выйдем на полигонную дорогу. Обойдем и вернемся назад в этот лес, только уже с другой стороны озера. Юна там гоняет. Все ее тянет. Самолет. Видите, что делают запахи с собакой? Ей все равно. Колючки, ежевика, что угодно. Тут что-то крутилось, и ее это заинтересовало. Не останавливается ни перед чем. Просто это для тех, кто сомневается. Заводите ягтерьера. Не заводите ягтерьера. Я вам вот показываю. Собака мега активная. Просто ими, любыми собаками, друзьяки, надо заниматься. Может быть, я что-то делаю неправильно, но я это делаю. Я ошибаюсь, я учусь, и собака вместе со мной. И так мы друг друга учим. Выбираемся на дорогу, дальше будем снимать. Подходим мы к дороге. Хащи непролазные. Собакин дальше пылесосит. Такие какие-то висят. Кактусы, блин.
Фу, капец. Вот это утро. Ну. О-о-о. И тут течет. И здесь все, друзья, течет. Мы выбрались на дорогу. Ее нарвется в большой лес. Но нам туда не надо. Мы сейчас пройдем метров сто. Не, наверное, трошки больше. И опять поворачиваем сюда, в эти хащи. Будем пробираться к озеру. Там старые-старые заброшенные огороды. Место такое непролазное. Я думаю, что там тоже мы кого-то встретим. Но Юну затянуло в большой лес. Может быть, мы когда пролазили, что-то подшумели. И поэтому туда что-то перешло. Не исключено, друзья. И зайчик туда мог перейти. И коза в этих хащах стоит, лежит. Поэтому мы могли что-то с ней давануть туда. Я весь мокрый. Ну, в смысле, вспотел. Ноги сухие. Все сухое. Мы удачно пробрались через непролазные джунгли. Ну вот, нам надо как-то пройти перелив. Можно сюда залезть. Вон там полянка, там классно, вообще супер. Там все что угодно можно. Но вот там вот мы не пролезем. Нам надо сначала пройти низкое место. Там, где перелив. С леса. Вон там ручей идет. Под дорогой труба. И туда дальше в озеро. Вот надо нам этот канал перейти. И только тогда мы сможем идти по правой стороне. Если отсюда смотреть. Озеро. А так не... Так только голубым вертолетиком. Ну вот, лужа немножко примерзла. Если видно вам. Капельку ледик есть. Наверное, на камере особо не видно. Ну, не беда. То есть такое держится где-то 0, минус 1. Пару дней как перестали дожди идти. Заливало все. Капец. Все озера в переливе в таком. Мама, не горюй. Рыбак говорил, что... А, не. Юрка там на том сооружении говорил, что... Верхнее озеро вообще по дамбе перетекает. Ну, мы сейчас туда, друзья, придем. Вот этот перешеек. Сейчас мы тихонечко войдем вот эту лужу и будем запихиваться туда, в эту непроходимую. Ну, Юша, все, пошла. Подперла влево-вправо, что-то туда все-таки мы даванули. Иди сюда быстро. Нам сюда. Нам с тобой сюда. Вот ты молодец. Вот так. Давай, правильно. Правильно позираешь. Так, ну будем пробовать как-то туда залезть. Нам надо вот в этот вот осинник попасть. А для того, чтобы в него попасть, надо куда-то пробраться. Капец, друзьяки. Ну будем здесь лезть.
под ногами старая акация с колючками. Есть огромный шанс проколоть ногу. Смотрите, какие шипы. И это вот везде кругом акация. Так. Давай, 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 давай. Да давай. Он же тоже. Куда у нас? Старые лизы. Дома ему не сидится. В тепле под одеялком. Все люди спят. Отдыхают. Скажи, я же только писать хотела. Нет. Нам надо гулять. Нам надо учиться, знакомиться, да? Пролезли, короче, мы вот такой вот, с такую стену. Не знаю, будет что-то с этого или нет. Пока лезем дальше. Вот такая вот распывшая морозная ежевика. Заходим в лес, друзья. Ну такой краешек леса, который подходит прямо к озеру. И что мы здесь видим? Пока ничего. А, елка. Пожалуйста. Вот она, в лесу родилась елочка. Но ее уже что-то заинтересовало. Есть, 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 есть какой-то зацепик. Есть какое-то что-то тут. Что-то тут не то, друзья. Пьем, 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 пьем. Кого-то мы, наверное, сейчас выгоним. Идем за собакой. Пока только встречается старый кабаний след. Но кабан такой хорошенький ходил. Вот мы подошли к озеру со стороны камыша. Перед нами через 10 метров начинается камыш, друзья. Кащи непролазные. Вот, если видно на камере, за кустами 5 метров начинается тот камыш в углу, что я вам показывал, приближал. И вот мы обошли. Сейчас будем пробираться по вот этой вот высокой траве, которую немножко, слава богу, прибило ветром и влагой. Капец. Такая вот джакузи. Ух ты. Сейчас туда не плюхнется. Лететь. Колотить. Юна тоже пытается пробраться. Вперед, вперед. Давай, ну-ка, что там где? Вот так, вот так. Вот есть. Что-то так завертело. Интересно стало. Что там, что там? Что там, что там такое? Такое интересное. Пойди, тут надо. Миллион собак, чтобы с этого царства выгнать что-нибудь. Да, девушка? Да? Це капец, скажи.
Да куда он? Там вот внутри. Там у них ходы. Ай! А тут везде ежевика такая, что капец. Друзьяки, фазана тут много. Но нас-то тут мало. Это просто капец. Если я уже покололся, то собака 100%. Ой, погнала куда-то вперед. Сейчас попробуем подойти поближе, показать вам озеро с этой стороны. Вот здесь вот, когда ты на вечерочку приходишь, аккуратненько камышек сюда зашел. Красотища! В бродильничка. Глубина. Ну сейчас вода поднялась. А так глубина по пояс максимум. Он поднялся крыжей. Пошел. Над лесом. Эх, не видно. Поднялся серый. Красивый селезень. Вот здесь вот я с предыдущей собачкой Джесси, которая погибла трагически на охоте от выстрела одного придурка, который так и не признался. Здесь мы полоскали камыши и добывали уток. Так, меня кто-то словил и не отпускает. О, есть. Я одевал бродильник, вот такой, под этот, аж под подмышки, резиновые сапоги. Вот так вот колючки в руку залетают. И вдоль камышика. Собака по камышу. А ты себе вдоль камышика потихонечку чимчикуешь. И радуешься. Вот я снимал. Аж оттуда. Вот этот вот уголок. Красивый, классный уголочек. Ну вот, на камере не было видно, наверное. Может и было. Взлетел селезень одинокий, плавающий. Может быть, в камыше еще что-то есть. Но мы, во-первых, не подготовлены. Во-вторых, холодно, чтобы собаку пускать. Она-то пойдет, но холодно, жалко. Мы продолжаем сухопутную эту самую птицу искать. Пошли! Ну, сами видите, какой здесь капец творится. Она-то есть, только вот поднять ее, найти в этом очень тяжело. Наброды есть, по собаке видно. Пытаемся лезть дальше, друзья. Вон опять поперло что-то. Так, в сторону. Нет, вернулась. Ох, и хащи. Так вот, друзья, хотите собачку иметь хорошую? Вот так вот с ней власть везде. Тогда она у вас будет лезть в любую непроходимую хащу.
если вы будете с ней рядышком лазить, учить ее, то тогда будет вам результат. Так, по-моему, я пришел на какой-то остров. Ага, ага. Вот, друзья, пожалуйста, бобер. Мне показывали, а я не верил. Вот, друзья, пожалуйста, смотрите. Бобёрчик на верхнем озере поселился, бобёрчик. Ну, сейчас мы попробуем как-то обойти его владение. Юна-то уже прошла, а вот мне, наверное, придется, друзья, возвращаться. Бобёр там, друзья, такого наворотил, что пришлось, короче, очень далеко назад возвращаться. Вот там такие хащи непролазные, все залито водой. Поэтому у нас обход гарнизона с другой стороны. Когда-то сюда, вот откуда мы идем, я на машине приезжал. Прямо к берегу. А сейчас ногами еле передвигаю по этим зарослям. Просто капец. Просто. Та где? Вот тут мы ехали на машине. Ну, холодный. Так вот, тут бы мог подумать. Отдай. Да. Вот так вот время меняет не только лица. Ну и ландшафт. Пожалуйста, опять кабан. Пятачок. Гулял пятачок. Вот, смотрите. Тин-тин-тин-тин. Следите. Так правильно, нифига себе тут. Такой этот самый санаторий для него. Пошли, пошли, пошли. Да. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Вот что осталось от этой дороги, где я ехал когда-то. Сейчас все. А еще пару лет. Тут вообще даже вот это вот не будет видно. Бетонная конструкция. Чья-то была дача. Скажите, а Беня дома? Нет, Беня на даче. Тетя Сара, так у Бени нет удачи. Слушайте, так Беня на даче показаний. Вот так вот. Ну, не знаешь, куда идти? Переклёсток, что такое? О, наконец-то мы обошли. Тут вот ездили БМПшечки. То, что я вам говорил, друзья. Преодоление водной преграды. И туда бултых. Бултых, мясо в борщ. Mm-hmm.
подходим прямо к озеру. Уже с другой стороны. Там мы не смогли пролезть. Обошли. Приближаемся и пойдем вправо на выход. Уже пора заканчивать. Больше 2 часов у нас длится прогулка с вами. В поисках дичи. И с целью ознакомления с территориями. Все у нас получается. Встретили мы бродячих собак. Затем у нас был зайка. Затем у нас... Кто там был? Не знаю кто. Потом мы встретили... Нашли логово бобра. И продолжаем дальше. Тут что-то набурили. Навертели такого болота, что капец. Вот. Вот здесь вот БМПшки залетали в воду. Вылетали на той стороне и уходили вдоль озера на стрельбище. Так, а мы попробуем сейчас найти выход где-то здесь. Проход, в смысле, дальше вдоль озера. Когда-то здесь был хороший проходик. Даже на велосипеде я проезжал. Но вы видели то место, где я когда-то на машине проезжал. Там сейчас рачки не проползут. О, вот она. Дорожка еще какая-то есть. То ли не знаю, сюда идти, то ли сюда. Наверное, краще сюда. Капец. Оп, на полу присели. Хорошо. Так. Куда дальше? Сюда. Круто. Свежий воздух. Физические упражнения. Собачка знакомится с территорией. Распутывает следики. Комплекс заходов. Целый проходит. Такая вот у нас небольшая преграда. Оп. Идем мы вдоль озера. Уже с другой стороны. К переливу. Я вам говорил, что мы туда подойдем. К переливу посмотрим. Какая там у нас ситуация. Критическая или не критическая. Потому что если вовремя не среагировать, то эта вся акватория будет такой. Пум. Потому что ловить рыбу и отдыхать желающих миллион. А взять лопату и пойти что-то сделать. Кто здесь? И все. Да, воды действительно много. Вода сильно поднялась. Капец. Капец. Ну, пока через дамбу я не вижу, чтобы протекало. А здесь
Хорошо водица валит. Просто бомбическая бомба. Кто-то вот даже немножечко приподнял уровень, чтобы... Ну, то есть, есть механизм для того, чтобы экстренно спустить воду. Убрать еще ряд мешочков, и вода сойдет. Это хорошо. Это очень хорошо. Опа! Опа! Оп. И мы преодолели водную преграду. Пошли. Юша. Проверила там всех. Погнали наших городских. Городские наши. Тёп-тёлёп-тёп. И тебе хорошо. А мне надо... О, есть. Мне надо разгон брать. О! Друзья, специально полезу и покажу вам то, что меня радует. Это опять царство бобра. Гляньте, свежие, свежие погрызы. Там дерево лежит, здесь сточено. Здесь вообще свежайший. Смотрите, красота какая. Да? Не, вот так. Кто это так делает? Кто это так делает? Вылазим. Вот так вот, друзья. Подходим мы к тому перекрестку, где мы начинали нашу прогулку. Почти 2,5 часа ушло на то, чтобы обойти старый заброшенный автодром. Пройти вокруг 3 озер. Пройти, пролезть, где мы встретили зайчика. Было очень много различных, нам пока непонятных, набродов. Потому что мы никого не подняли. Но фазан, еще раз повторюсь, он бежит постоянно до последнего момента. Нашли логово 2 бобров. Познакомились с территорией, набегались, ну, по крайней мере, я так нормально погулял. Ноги у меня еле уже передвигаются, а Юна только разогрелась. Следите за нами, далее будет, но, к сожалению, завтра нам придется с ней на неопределенное время расстаться. Мне надо уехать. Ну, а при первой встрече мы продолжим наши прогулки. Мы подрастаем, готовимся к охотничьему сезону. Нам через пару дней 9 месяцев. Все, пока-пока.